Сенатор и по совместительству мать Ксении Собчак Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику и головокружения от мифических успехов, кажется, совсем потеряла берега. В частности, после просмотра дебатов и выступления некоторых кандидатов, она заявила, что выступит с законопроектом о том, что оправдание Сталина должно быть приравнено к оправданию нацизма. О том, почему ошибочно приравнивать эти два понятия друг к другу и почему это выдает недостаток умственных способностей заявителя, накануне ТВ рассказал известный историк, ученый и публицист Андрей Фурсов. Удивительно, что вроде бы гражданка Нарусова имеет некоторое касательство к юриспруденции, к праву. И она не понимает, что оправдывать можно только того, кого обвинили по суду. Ну и, конечно, это попытка реакции на тот вал интереса к Сталину и тот вал нарастающего позитивного отношения к советскому прошлому и к фигуре Сталина, который имеет место быть. Но никакие потуги вот таких вот мелких сявок вроде Нарусова они ни к чему не приведут. Это что касается чисто юридической точки зрения. Действительно, если нет обвинений, с чего вдруг говорить про оправдание? Поэтому можно говорить о том, что вброс Нарусовой – это очередная антироссийская выходка либералов из власти, уверен Андрей Фурсов. Вот такое приравнивание, ну, оно, во-первых, глубоко ошибочно, во-вторых, оно глубоко подлое, в-третьих, в нынешней ситуации обострения отношений с Западом это вообще антироссийская мера. Это мера, направленная против нынешней России как правопреемницы Советского Союза. И в конечном счете эта мера направлена, вот этот законопроект, сама эта идея, направлена на пересмотр итогов Второй мировой войны, ну, а практическим последствиям вот таких действий может быть постановка вопроса о выведении России за пределы Совета Безопасности ООН. Так что вот здесь такая это многофункциональная вещь. То, что это Нарусова предложила, меня не удивляет. Яблоня и яблоко очень-очень близки. Я не исключаю, что, так сказать, еще вдобавок ко всему это делается какими-то, так сказать, людьми совершенно противоположной целью, чтобы показать вот это вот настоящее лицо, а точнее мурло про западные фракции нашей власти. Те люди, которые во власти, смотрят до сих пор на Запад. Ну и почему это ошибочное и некомпетентное заявление, которое выдает ангажированного и недалекого сенатора, Андрей Фурсов также пояснил. Советская система и национал-социализм – это антиподы. И все попытки их приравнять. В одном случае мы имеем советской системы – это антикапитализм. Третий рейх был, безусловно, капиталистической системой. Идеология Советского Союза была универсалистской. Она была в рамках геокультуры просвещения. Идеология Третьего рейха была отрицанием идеологии просвещения. Это был бунт против универсализма. Вообще нужно сказать, что это такая традиция хорошая, в кавычках, немецкая, бунт против универсализма. Иными словами, попытки приравнять сталинизм и нацизм, ну, это бред сивой кобылы. Причем в нынешних условиях, повторю, этот бред направлен против российского государства. Сталинская система, правильно говорить о сталинской системе, ни в коем случае не была преступной, она не была расистской, она не ставила один народ выше другого. Когда нам говорят там про репрессии и террор, американцам, британцам, вообще европейцам насчет репрессий молчать. Пусть они вспомнят замученных индийцев, африканцев и прочих. И кроме того, когда приравнивают сталинизм и нацизм, здесь еще одна линия, что Сталин и Гитлер равно виноваты в развязывании Второй мировой войны. Это называется приравнять жертву нападения к агрессору. И вся эта линия приравнивания сталинизма и нацизма, ну, она давно уже отброшена. И то, что Нарусова проснулась и поставила об этом вопрос, ну, это лишний раз говорит о недостатке умственных способностей. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».